В одной руке фен, в другой расческа. Как и в прошлый раз, наша съемочная группа застала Марину Кожемякину, мастера мужских причесок, за любимым делом – созданием имиджа очередному клиенту. Парикмахер совсем недавно приехала с 7-го международного фестиваля красоты «Роза ветров», который на днях прошел в Минске. В очередной раз Марина привезла с конкурса атрибут победителя – диплом первой степени в номинации «Фигурный выстриг волос Hair Tattoo». Над созданием смелого образа с хрупкой блондинкой работал маэстро экспериментальных причесок Александр Панасюк. В итоге модель произвела неизгладимое впечатление на совет жюри. В этом году впервые ввели в номинации «Hair Tattoo» тему. И эта тема была спортивная символика. И мы как бы даже первая мысль, которая у нас пришла, это выбрать олимпийского мишку, создать образ Олимпиады 80-х годов. Мы нашли подлинные перчатки, майку сделали с эмблемой, именно с символикой Олимпиады. Мальчика покрасили в рыже-красные тона, его прическа символизировала олимпийский огонь. Однако не только единым художественным выстригом жив салон «Супер Хай-Фай». Команда опытных профессионалов, настоящих экспертов красоты, неустанно работает над созданием неповторимых образов для своих клиентов, начиная от классики, заканчивая авангардом. Все хай-фаевцы – мастера шестого разряда, самого высшего в парикмахерском деле. Многие из них – победители чемпионатов Украины, России и Беларуси – продолжают покорять своим талантом новые вершины на профессиональном поприще. Ежегодно мы стараемся следить за новыми тенденциями в моде, за какими-то новинками появляющимися и стараемся сразу внедрять ее к нам. Ежемесячно наши мастера посещают семинары и каждый год подтверждают свое звание чемпионов на конкурсах. Стрижки и прически – идеально дополняющий образ клиента, наращивание волос, лечебные процедуры, визаж, маникюр и коррекция ногтей – это лишь малая часть широкой палитры разнообразных услуг, которыми может воспользоваться клиент, переступивший порог «Супер Хай-Фай». Постоянная система скидок давно уже стала традицией салона красоты на Волгоградской. На каждое 6-е посещение для представительниц прекрасного пола предусмотрена скидка, для мужчин – маникюр в подарок. Позаботилась администрация салона и о новобрачных. Для того, чтобы в день свадьбы молодожены выглядели на все 100, мастера готовы работать над их образом на пятерочку с 5 утра. Для того, чтобы воплощать самые смелые фантазии своих клиентов, хай-фаевцы неутомимы в поиске новых образов, которые вдохновляют их на творчество. Сейчас мы планируем посещение польского конкурса. На следующий год будем готовиться уже выступать, и победители этого года обязательно поедут в следующем году на конкурс. Кстати, в преддверии новогодних праздников маэстро причесок и стрижек, маникюров и макияжа готовят для своих клиентов приятный сюрприз, который пока держится в тайне. Почувствовать себя в руках настоящего волшебника, который сделает ваш образ особенным, просто. Для этого нужно обратиться за помощью к экспертам красоты салона «Супер Хай-Фай», которые ждут вас по адресу улица Волгоградская, 38.